Итак, привет всем зрителям. Сегодня я хотел бы показать, как отвязать фитнес-браслет к Xiaomi Mi Band 2 от аккаунта. То есть браслет был привязан к аккаунту, пароль от аккаунта вы забыли. И поскольку этот браслет работает только привязанный к одному аккаунту, и пока он там не будет удален, он с другим устройством работать не будет, надо как-то его отвязать. Итак, хотел бы сказать, что оказывается, что привязка к Mi аккаунту происходит по MAC-адресу устройства. И поэтому нам нужно, получается, просто сменить MAC-адрес этого устройства. Для этого мы скачали специальную программу, которая называется Diagnost. Ссылочку дам в описании на нее. Запускаем ее. Подтверждаем включение Bluetooth и видим, что вот увидели, нашли устройство, вот его MAC-адрес. Выбираем устройство. Ну, убеждаемся, что рядом других нету вот таких браслетов. Иначе вы можете сбросить совершенно другой браслет. И вот программа нашла наше устройство и показывает, что есть возможность вот восстановить заводские настройки. Нажимаем. Видим, что произошел коннект, и программа требует нажатия на сенсор. И убеждаемся, что наш MAC-адрес поменялся, стал совершенно другой. Таким образом, мы теперь, если подключим устройство к MyFit, то есть или будем подключать дальше для пользования, то без проблем мы сможем это сделать. Поэтому, друзья, надеюсь, это видео было полезным для вас. Пишите комментарии. Если вдруг что-то не будет получаться, пишите, будем разбираться. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого наилучшего. Всем пока.